Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, имя, фамилия, название команды. Сорян, Рафаэль, компания «Нефтегазнаб». Рафаэль, поздравляю вас с победой в сегодняшнем матче, волевая, настоящая победа, вырванная буквально на последних минутах. Как вы прокомментируете этот результат и почему вы, собственно, довели до того, что последние 5 минут вы проигрывали 2-1, вам пришлось так отыгрываться? Ну, во-первых, хочется поблагодарить соперника, мы уже на протяжении года во всех турнирах с ними встречаемся. Дружеская, но упорная, с обилием стычек, с обилием моментов игра получилась у нас. Спасибо им большое. Начали хорошо, не забили много моментов. Потом Шумберже включился и начал давить нас. Собственно, в конце, последние буквально 5 минут, наши ребята активизировались и вырвали победу. Также мне хотелось вас поздравить с третьим местом по итогам регулярного турнира. Как оцениваете этот результат и в целом ход регулярного турнира? Ну, в этот раз получилось так, что команды очень ровные. МНПЗ, вот, несмотря на свое преимущество год назад, в этот раз ощутил такую борьбу. Новая команда «Газпром Бурение», очень сильные ребята, состав у них замечательный. Шлюмберже, вот я так понял, составом у них проблемы были небольшие. Ну, в общем, ровный чемпионат, поэтому третье место, я считаю, хорошим результатом по итогам регулярного чемпионата.